Москва, 22 мая, РИА Новости. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожением Крымского моста через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина. Керченский мост – это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру, мост, железнодорожный пункт, аэропорт, заявил Мосийчук. На уточняющий вопрос о том, будет ли он лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны. Ранее на сайте журнала The Washington Examiner в разделе «Мнений» была опубликована статья журналиста Тома Рогана, в которой он написал о том, что Крымский мост сам по себе – возмутительное оскорбление Украины как нации, и предлагает нанести по нему удар, несмотря на возможные ответные меры. Многие представители Украины и западных стран называют территорию Крыма оккупированной. Москва не раз напоминала о том, что жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в соответствии с нормами международного права. Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляли о том, что вопрос Крыма закрыт окончательно.